В июле летние каникулы казались бесконечными. Но вот уже подходит к концу август, и пора готовиться к школе. Лови лайфхаки, как настроиться на учебу после долгого и насыщенного отдыха. Сконцентрируйся на приятных моментах школьной жизни. Встречи с друзьями, чаепитие, соревнования и интересные предметы. Школа – это не только домашка и ранние подъемы. Да и просыпаться можно безболезненно. Для этого каждый день сдвигай время отбоя на 10-15 минут, пока не придешь к лучшему времени для засыпания. Это 9-10 вечера. Постепенно ты сам будешь вставать раньше. Чтобы не устать думать сразу после первого урока, важно правильно завтракать. Включи в рацион кашу с ягодами или фруктами. Еще вариант – омлет с сыром и овощами. Принимай активное участие в покупке одежды и канцелярских принадлежностей. Обновки добавят приятных эмоций, и ты будешь с нетерпением ждать момента, когда всем этим воспользуешься. Освой дыхание по квадрату. Все действия выполняются по 4 секунды с закрытыми глазами. Сделай медленный вдох через нос и задержи дыхание. Затем выдохни и задержи дыхание снова. Повторяй цикл хотя бы минуту. Этот простой прием медитации поможет привести себя в тонус даже на самом сложном занятии.